Визитка, творческий конкурс, дефиле. Целый месяц девочки активно готовились к своему звездному часу. Эмоций и волнений было много, но это того стоило, рассказывают участницы. Когда мне хлопали, я улыбалась им всем. И они говорят: «Браво, браво!» Я говорю: «Спасибо вам большое!» Каждая девочка достойна победы, все они лучшие для нас. Вот. А кто? Все королевы, все принцессы. Каждая по-своему замечательная и творческая девочка. Но все же это настоящая борьба за настоящую корону. Девочкам нужно удивить жюри своими талантами. Песни, танцы, стихи, спортивные номера. Выбрать самую-самую конкурсантку не так просто. Эта история не про красоту внешнюю, да, и не под мировые стандарты. Это мероприятие конкретно, оно приурочено к тому, чтобы дети себя открывали, чтобы дети чувствовали рядом с собой и вообще в целом поддержку. Но самый долгожданный момент – выход девочек в бальных платьях. Уже по традиции маленьких принцесс сопровождали известные мужчины нашего города – спортсмены, бизнесмены, офицеры. А в финале конкурса участницы исполнили гимн «Добра» вместе с сибирским музыкантом Львом Шапира. Титул «Маленькая особенная мисс» достался Ане Качесовой. Девочка поразила всех своим гимнастическим выступлением и упорством. Но подарки и право называться маленькой барнаульской красавицей получила каждая участница. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.